Всем привет, немножко новостей. Я дико извиняюсь за то, что я в мае, в апреле обещала выложить главу на Заке и, по-моему, школьный преполох еще обещала. Не помню, уже обещала или нет, но главу на Заке точно обещала. Я не смогла это выполнить, потому что там это, сначала у меня ребенок заболел, потом, мы, когда он выздоровел, мы тут же поехали в садик вместе в какую-то поездку на выходные. Приехали, то муж болеет, оказывается, а теперь еще и я заболела. Сейчас меня горошка немножко першит, ну, уже поправляюсь немного. Ну, так что могу, в принципе, начать работать уже вот сегодня. Вот, поэтому была такая дикая задержка и с видяшками на Ютубе, и с главами на, ну, манги. В этом месяце, значит, что получается? Уже осталось 13-14 дней до конца месяца. Я планировала подготовить школьный переполох к началу марафона, который начнется в июне. Я планировала за июнь, может быть, даже там июнь, закончить школьный переполох полностью. То есть помимо дополнительных глав. То есть как бы дополнительные главы, в смысле те, которые с японского не переведены были на английский. То есть переведем все, что у нас есть на английском материале. Вот, это, по крайней мере, я в планах. Я надеюсь, никаких таких вот жестких болезней опять у нас не будут, которые 3 недели будут длиться, если не больше. И ничего нам не помешает этим планам. Вот, помимо этого, значит, в этом месяце, в мае, на Заке будет 92 глава и 93. Смотрите, у нас анлайтеры, они перевели мангу пока что только до 93 главы. Плюс еще есть некая такая альтернативная версия 45 главы, там парочку страниц дополнительных, это тоже, возможно, уже в июне переведем. А вот эти главы 94, 95, 96, 97 пока что на Анлайте нет. 98 глава выйдет в июне 20, по-моему, числа, или 21, не точно не помню. Тоже там мангака, по-моему, месяц отпуска взяла себе. Вот, это что касается наших основных вот манги, основных титлов. Тайтлов. Накамура, извиняюсь, пока откладывается. Признание, ну, там, клин делается каждую неделю, это, в принципе, там, работы не очень много. Дальше, что земляничные яйца, перевод идет, уже скоро заканчивает вторую главу, ну, сегодня, надеюсь, закончит вторую главу с перевода, начнем третью главу, последнюю. И потом будем уже клинить и выкладывать на сайты. Вот, на читалочке. Кто у нас еще? Ну и все, в принципе, все. Остальное у нас в стопах стоит. И еще дополнительно пару этих манг я взяла, которые планирую, но не знаю, возьмусь или нет. Потому что в августе начинается у меня учеба. И что там у меня будет по времени, я, честно говоря, не знаю. Пока что стоит в планах, что я этим буду заниматься. Но как там будет обстоять дела, посмотрим. Касательно уроков по клину на Ютубе. 14-й урок я выложу сразу же после вот этих новостей. Так что ждите. Ну, сегодня же выложу. Так, значит, на прошлой неделе у нас были только дополнительные какие-то видяшки. Ну, это связано с тем, что я там болела, а эти дополнительные видяшки я просто-напросто заранее уже записала и заранее поставила в отложенную публикацию. Вот, да, уроки продолжаются вот с сегодняшнего. Я начинаю с ним продолжаться. Ну, на этом, наверное, пожалуй, все. До скорой встречи!